рыбу невозможно представить без лебедей, которых можно встретить в большом количестве на набережной Волтавы. Они собираются там, где добрые чехи их подкармливают. А вокруг слетается вся птичья братва. Крепость Вышеград, что означает «замок на высоте», старинная резиденция чешских королей и князей. Согласно преданию, Вышеград основал Крок, сын воеводы Чеха, который привел народ в Чехию. Вышеград был первый из ряда построек, позже образовавших Прагу. После смерти Крока княжеский трон наследовала его дочь Либуши. Она и перенесла столицу на левый берег реки Волтавы и основала Пражский град. Позднее в коронационном кодексе чешских королей Карл IV определил, что каждый правитель накануне своей коронации должен поклониться в Вышеграде их общему предку Пржемыслу Пахарю, основателю династии Пржемысловичей. Здесь хранились принадлежащие Пахарю сума и лыковые башмаки, символы королевского рода. Таким образом, короли должны были помнить о простом происхождении их далекого предка. Центральный вход представляет собой чудесные ворота Леопольда, которые охраняет пара львов и свирепого вида орел. Говорят, что в полнолуние у ворот появляются фигуры французских солдат, которые оккупировали Прагу в 1741 году. Волтава – главный изгиб Праги, определяющий ее формы. Над широкой долиной реки две возвышенности увенчаны твердынями. Пражский град на левом высоком берегу, Вышеград на утесе правого берега, на самом юге. Вся Прага лежит между ними. Захватывающий вид открывается с крепостных стен. Мощные угловые бастионы Вышеградской крепости с давних пор прикрывают южные подступы к сердцу Чехии. Волтава в районе крепости наиболее глубока. Считается, что местные виноградники основаны самим Вацлавом. Он завещал, что покуда здесь будут выращивать виноград, будет стоять Вышеград. Не будет виноградника, будет закат Вышеграда. В Праге 19 мостов, и почти все они пересекают Волтаву. Мы уже познакомились с Ярасиковым, Карловым, Манесовым и мостом Легии. Расскажем немного о других. Самый короткий мост Праги называется Святоплук или Чехов. Его длина 169 метров. А самым большим не только в Праге, но и во всей Чехии считается Баррандовский. Он является частью окружной дороги, и его протяженность только над рекой составляет 350 метров. Через Волтаву перекинуты два железнодорожных моста. Один из них, Смиховский, выходит прямо к Вышеграду, а на другом берегу находится знаменитый пражский пивовар Старопрамен. Визитная карточка Вышеграда – две высокие фасадные башни Адам и Ева собора святых Петра и Павла. Эта церковь была заложена в третьей четверти XII века королем Вратиславом I, который специально посылал послов в Рим получить благословение на постройку храма и внимательно изучить храм святого Петра в Риме, на который собирался равняться. Римский папа не только благословил, но и послал в Прагу епископа, чтобы тот заложил краеугольный камень новой церкви.
после переделок в эпоху Ренессанса и барокко, костел был перестроен в неоготическом стиле в конце XIX века, а псевдоготические башни, придающие костелу особое своеобразие, появились в 1902 году. Перед нами самый высокий мост Праги, Мусельский, 42,5 метра. Он единственный, пересекает не Волтаву, а одноименную долину. Мусельский мост не только автомобильный. Внутри моста находится туннель линии метро. Самое древнее сооружение Вышеграда – ротонда Святого Мартина, XI век. Во время недавних археологических раскопок под ней был найден тайный подвал, о существовании которого никто не догадывался в течение многих столетий.